залетел. Дай хоть так тебя сниму, блядь, а то не увидим лет 18. Пожелайте ни пуха, ни пера Костяшкину нашему. Пошел я на суд. Ставьте лайки. Если меня потеряешь, то ну, ненадолго, наверное. Часов до трех, если не вернешься, да? Да. Приговор там, не приговор, когда будет. Они могут приговор на завтра вообще перевести. Да, мы будем. А завтра какой день у нас? Там тебе приписали, наверное, паровоз какой-нибудь. Бронепоезд, Без прицепов, блядь. Я всегда соберу это все, беру на себя. Даже с кем-то вдвоем, нахуй, пизду. Я в одного пойду. Пенсию дадут, но пойду, что все нормально. Да, в руку лица это вообще было. Уже. Там уже вторая часть. Да, автоматом. Давай, повторяй, я погнал. Пойдем, я тебя провожу, я к метро тоже. Пизду. А что тебе не снимать? Тебя уже надо снимать. Ты уже тоже звездой скоро станешь. Тебе уже не знать, ты уже здоровый. Полное время. Только не надо. Короче, что мне вызвали? В натуре. Надо мне два вагона. Все начнется. Ты че, судья, там охуела, блядь? А я включил. Попутала, нахуй. Где? Судья у меня там хороший. И прокурор хороший. Не кровожадный. Из меня это дойду, что самое главное, то есть нормально было. Что давай не задерживайся, вроде. Они сейчас мне говорят, 5 минут проедут, они мне туда будут начинать искать. Давай писать, давай, дальше. Прокрою, пожалуйста. Дай Бог, чтобы до вечера, чтобы приехал обратно. Манька, не слушай, не понимаю. Мань, еще раз газели покажи своим, чтобы он увидел еще раз хотя бы. Я не понимаю. Закрой, Степан. Мало ли, что потом уже не увидит такого. Прикол, ночью, прикинь, пошла ссать нахуй. Ну за дерево встань, блядь. Нет, она ко мне, блядь, своим лицом, блядь. Не стой, сыт, нахуй. Я-то урод, еба. Маня, у тебя какой переключатель там стоит, нахуй? Автомат, да. А потом на заправку, понял? Выхожу, а она стоит прям, там две газели стоят, да, ну, блядь, ну, встаньте за газели. Да? Нет, она, блядь, на заправку направила. Огонь, блядь. Я там, я ржал, блядь. Кормили, уже вывернула. Долго открываешь, там окарашка черная. Там окарашка висят, блядь, барабли висят, нахуй. Мы сидим там, блядь, она сюда пошла, блядь, прямо, блядь, на нашу сторону, из жопы, блядь. Ну, гнома этого повернула. Эх, гнома. Блядь, я прикинь, я сейчас сниму вот так вот. Пиздец, он судья. После судья не пожалеет. Наоборот, да. Честно, сними маску, сними, да. Там пара танкистов в Китай нам. А у меня нахуй, блядь, обратно. В адвоката. Потерпевший, кто? Держи, держи под матчей. Да, еще белевых подкинул, блядь.
Пойдем, а то потеряют, да. Давай, удачи, братишка. Я зайду еще, ребят. Желаю только удачи, братишка. Материте меня, материте. Материте его, материте. А то иначе удачи не удачи. Че это? Да что, мне еще пройти надо, блядь, на вот это отделение. Это вот здесь, где зубная поликлиника, да? Ну вот, отделение. Ну, они тебе сказали, куда подходить, или прям туда, в отдел зайти? Вот, тут два отделения. Один участок, а одно отделение. Ну, один участок. Не, ну я волнуюсь. Понятное дело. У меня же РЦД хуярит. Это же РЦД. У меня же судимость не погашивает. А у меня еще 10 лет не погашивает. Ну, блядь, статья я здесь убавил. Так, прошлое, блядь. Пиздец. Не, ну я думаю, блядь, мировой суд. Тогда бы, блядь, уголовное бы сделали, да, правильно? Ну да. Если бы закрыть, то закрыть. Ну. А я не теряюсь, ничего. Паспорт сделал, блядь. Что скажу, ну, у меня есть на работу, куда устроиться, есть все. Бля, я не могу с совка уйти, пока, блядь. Мой номер телефона, дай, скажем, мой работодатель, пусть звонят. Я им причешу что-нибудь. Скажу, у меня работает первый работник, да. На премию идет. А нет, братан. Как Бог распорядится, так и будет. Ну да, сам там не газуй. Не. Я-то что призывать не. Да, да, нет, нет, что. Просто еще в ментовке. Вот сюда они сказали подходить, нет? Ну да, вот здесь. А я здесь пройду? Я не знаю, я в прошлый раз проходил здесь. Нет, уже не пройдет. Ворота пойдут. А, сейчас закрыто там ворота. Сейчас назовите. Все позагородили. Ничего себе этого, чтобы меня пропустили. Этот же хотел, башка приехать. Я говорю, тебя не пустят. Ну там, да, надо заранее чтобы договариваться. Порядок, да, заранее. Корвалу надо купить, блядь. Чтоб сердце не остановилось. Че, вчера жестко бухали? Да, вообще нормально. Не каждый день, что-то уже последние дни, блядь, жестко, блядь, бухали. Блин, как сегодня прям сразу прохладно. Ты че не приезжаешь? Мы сказали всем этим блогерам, все, давай, до свидания. Потому что, да, у нас ты есть, блядь. Этот приехал, начал качать тоже, блин. Кто? Ну, приезжал. Женя приезжал? Вот, подписчик. А. Так, ну давай, да, вот, на Аслана. Я вот за черного там, туда-сюда. Я говорю, ты не гонина? За черного, блин. Аслан, блин, как брат у меня. А что ты туда, а вот здесь? Здесь не пройдешь. Вот тут можно пройти. Тебе прям обязательно этим рассказывать. Ты что, куда пойдешь? Я тебя провожу дальше. Помогу тебе пройти. Все металлическое. Телефон, пожалуйста, на стол, пожалуйста.
первый раз в Москве? Насколько я помню. Да. Не забывайте. Человека вот пропустите, пожалуйста, в полицию. Ему на суд надо ехать. Да. Все, давай, костяшки. Черт, не пупа. Это, ребята, во вторую инфекционную приехал поинтересоваться, нет ли здесь нашего космоса. Сейчас мы спросим. Ребят, прикиньте, дальняк, кафе кусочки, книги, натуральные книги здесь стоят. Антон Павлович Чехов, «Вишневый сад», Агата Кристи, «Антикиллер» третий. Что-то я еще тут интересное видел. Да все книги, блин, прикольные. Я вообще в шоке. Вот такое кафе. Прикольно. Наручники висят всякие. Попугай сидит. Кеша, привет. Подожди, привет, Кеша. Привет.